Сегодня с утра неизвестные заминировали Аллею Славы. В результате запланированное ветеранами возложение цветов у стелы неизвестному матросу не состоялось. Полицейские и солдаты Нацгвардии оцепили территорию. У выстроенного из солдат кордона собралось около сотни представителей патриотических сил и пенсионеров, которые пришли отпраздновать, несмотря на официальную отмену 23 февраля. Между сторонами возник конфликт, переросший в потасовку. Это российские свято, это российские свято. Это не российские свято. Фашисты! 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 Слава Советской Армии! Слава Советской Армии! Я против того, чтобы этот день праздновался, потому что на сегодняшний день можно праздновать только один праздник. Это День Российской Армии. Я против этого, потому что это армия оккупанта, это враги. Люди хотят праздновать День защитника Отечества. По факту это был День Советской Армии. Я против того, чтобы праздновался праздник несуществующего государства. Полиция осуществила превентивные мероприятия по недопущению дальнейших конфликтов. Что спровоцировало начало этих беспорядков, будет в дальнейшем разбираться в Приморском отделении полиции. Далее, несмотря на незавершенный осмотр территории взрывотехниками, полицейские начали пропускать желающих возложить цветы группами по 5-10 человек. Я живу на Украине, родился на Украине. Моего деда расстреляли в 1937 году коммунисты. Это День защитника. Назовите его как хотите. Назовите как хотите. Но мы всю жизнь праздновали День защитника.